Еще одна тема выездного совещания – магистральные дороги в Бендерах. Из-за повышенной нагрузки транзитного транспорта они нуждаются в дополнительном финансировании. Как будут решать этот вопрос, расскажем далее. Дороги на Кишинев и Варницу, трасса от Тирасполя идут через Бендеры. Транспорта стало больше, транзитные большегрузы идут потоком. Нагрузка на дорожное полотно выросла в разы. Финансов на их ремонт нужно гораздо больше, считают городские власти. В связи с тем, что у нас изменились логистические пути, большая часть грузов сейчас идет через город Бендеры в сторону Молдовы, и товары из Украины тоже поступают через Кишиневский пост, и импорт-экспорт происходит через пункты пропуска, находящиеся в городе Бендеры, в разы увеличилась нагрузка на дороги. Сейчас на содержание этих и других аналогичных дорог средства выделяют как на обычные. Интенсивность движения и высокая нагрузка не учитываются, а должны, считает глава госадминистрации. Другой статус и другое финансирование таких дорог-магистралей. Об этом говорил и президент. Сегодня ищут дополнительные средства на финансирование. К примеру, выезд из Тирасполя, улица 40 лет МССР, участок от железнодорожного переезда в сторону Каушан. Здесь нужен срочный ремонт. Будет делать капитальный ремонт, что он подразумевает, это снятие верхних слоев асфальта, это ремонт основания дороги, в основном она исполняется и щебня, то есть она будет выниматься, основа щебня будет укатываться, до 30 сантиметров пироги делаются. При необходимости, может быть, мы сделаем основание из бетона, где особо нагружены участки. Вес большегрузов тоже увеличился. Вместо 20-тонных фур на магистралях сейчас еще большие авто-тяжеловесы. Дорожное полотно деформируется. Летние градусы усугубляют картину. Таких направлений в городе несколько, отметил глава. Это лицо и республики, ну и безопасность людей, и, скажем так, и целостность, наверное, транспортных средств, которые разрушаются, двигаясь по таким разбитым дорогам. Некоторые участки требуют незамедлительного ремонта. Это улица Ипанина, где у нас уже наплывы на дорогах имеются. Необходим капитальный ремонт с ремонтом основания. Сейчас город определяет источники финансирования. После в Бендерах приступят к поэтапному ремонту магистральных дорог. Елена Леонтьева, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.